по туловищу попал жестко. Вот. Вот удар по туловищу, на который тоже делали ставку. И вот все-таки произошел этот переломный момент. И сейчас что будет делать Чехтиев? Бросаться на добивание? Можно много сил потратить. Да, драма. Драма у нас происходит на арене Мегаспорт. Рассечение у Власова появилось. Еще нужно попадание. Так, что случилось? Рахим как-то так лицо закрыл. Со зрением у него. Метит опять в область печени Чехиев, но Власов отвечает и справа попадает. Справа попадает. Вот это бой. На встречных курсах бойцы сражаются. Но все-таки Рахим дождался момента, нанес свой удар. Сейчас опять. Уже... И опять попадает Власов. И еще попадание в нокдауне Рахим Чехиев. В нокдауне Чехиев. С трудом Рахим поднимается. Ну какой открытый эпизод был. Да, и Власов забыл о защите. Один из лучших раундов в этом году в мире бокса. И всего 5 секунд остается до конца раунда. 4, 3, 2, 1. Гонг. Вот это раунд. Да, вообще вот это бой, да? Да. Вроде бы поменял ход боя. Метаморфозы. Рахим Чехтиев, но опять, ох, табуретку поставили неправильно, едва не упал. Рахим на ребро табуретки в углу. 4 нокдауна у одного, один у другого. Но самое главное, Рахим вроде бы сумел что-то сделать, и Власов опять забирает. Опять забирает. Я напомню подсчет. Если бы Власов не вот ответил нокдауном, удар по печени. Сейчас раунд, на данный момент Чехтиев выигрывает раунд со счетом 10-8. Но теперь Власов сравнивает счет и опять счет как бы выравнивается и определяется, кто в целом раунд выиграл. И в пользу него выставляется счет 10-9. И осторожнее будет Власов действовать. Не будет. Идет в атаку и в нокдаун. Нет. Бой остановлен. Да. Бой остановлен. Власов. Максим Власов нокаутировал Рахима Чехтиева. Да, был эпизод, когда Максим вроде бы... Чехтиев вроде бы переломил ход боя, что-то поменял, но нет. Власов тут же поставил соперника. В очень тяжелом положении. Рахим. Отданы все силы. Да, Максим рисковал Власов по максимуму.